22 апреля во Дворце культуры «Нефтехимик» пройдет форум благотворительного фонда «Близко к сердцу». Для ангарчан это хорошая возможность плодотворно пообщаться на тему здорового образа жизни, получить консультации специалистов по питанию и медицинских психологов. Откроется мероприятие в 10:30 массовой зарядкой на главной городской площади, а с 11 часов начнут работу площадки по интересам. На одной из площадок будут размещены специалисты и волонтеры областного центра «СПИД». Впервые для всех желающих ангарчан они проведут экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. То есть это будет такая открытая площадка, немного удаленная, потому что все-таки эти вещи как-то хочется провести интимно для себя, да? Завершится форум большим благотворительным концертом с участием лучших творческих коллективов города. Все средства от продажи билетов и добровольные пожертвования граждан будут направлены в помощь пациентам Ангарского хосписа.